Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана предложил от имени местной молодежи переименовать Арагунскую гидроэлектростанцию в честь президента Рахмона. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте комитета. «Мы, молодежь и все жители города Куляба, гордимся тем, что сегодня наш край, благодаря мудрой и созидательной политике президента, превратился в город сбывшихся надежд и в современный город», отмечается в обращении. Однако на этом акт Патхалимажа не был закончен. Далее комитет отмечает, что Рахмону необходимо присвоить звание двукратного Героя Таджикистана. «Мы вечно с лидером нации. Мы любим вас, лидер нации. Мы до конца жизни останемся верны вам», подобострастно подчеркивается в письме. Следует заметить, что именно руками Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана сегодня запущена широкомасштабная пропаганда культа личности Рахмона и восхваление его политики. Так, например, из бюджета для комитета выделяются достаточно большие средства для пропаганды курса Рахмона. Для этого сотрудники комитета при поддержке местных властей совершают туры по всей стране, собирая в актовых залах врачей, студентов, учеников средних школ, сотрудников госучреждений и других граждан. Это происходит постоянно и регулярно, по несколько встреч ежемесячно. Что авторитарные режимы, тоталитарные системы, используя различные элементы промывания мозгов, стараются заниматься культом личности и обожествлением руководства страны. Также комитет недавно оказался в числе инициаторов показа пропагандистского фильма о Рахмоне в лучших традициях азиатских диктаторов. Наблюдатели отмечают, что хвалебные оды Рахмону являются в Таджикистане одним из немногих двигателей карьерного роста в государственных структурах, потому чиновники столь часто используют этот прием, надеясь на благосклонность диктатора.